Привет! Сегодня по просьбам подписчиков я решила показать свою коллекцию кисок, хотя я собака. Алис, ты кошка, поэтому ты собираешь кисок. Так, девочки, стоп, вообще-то я должен провести свои мэджик-новости. Так что, Алис, зови Аню и идите показывайте коллекцию. Эйвен, вообще-то так нечестно. Мы тоже хотим вести новости. Хоть какую-то рубрику. Да, например, погода. Привет, ребят, что делаете? Девчонки хотят, чтобы я дал им рубрики в своих мэджик-новостях. Понятно, ну проведи собеседование. Аня, ты поможешь мне сегодня показать коллекцию кисок? Конечно, помогу, киса Лиз. А вы, ребят, чем будете заниматься? Ну ладно. Буду проводить собеседование на прием в мои мэджик-новости. Молодец, Эйвен, ты как всегда справедливый. Ну, тогда мы с кисой Лизой пойдем? Но собеседование будет строгим. Надеюсь, я пройду. Я тоже. Ладно, мы с кисой Лизой пошли снимать ее коллекцию. А ты подписывайся на канал. Подпишись. А еще лайк поставь. А еще комментарий там внизу напиши. А еще опрос. Юми, может, хватит? А че, креативненько? Ох, Юми. Добрый день, с вами Эйвен Бро, и это Magic Новости. Главная новость дня очень грустная, но вы обязаны об этом знать. Прямо сейчас в России уничтожают собак и кошек ради чемпионата мира по футболу. И Аня сняла на канал Magic Family очень важное видео. Каждый должен посмотреть его. Самое главное – это распространить информацию и поделиться роликом об уничтожении ни в чем не повинных собачек и кошечек, щенков и котят в соцсетях как можно больше. Поэтому обязательно посмотрите Анин ролик и поделитесь со всеми, кого вы знаете. Мы можем спасти животных. А теперь к другим новостям. На днях киска Лиска чуть не уронила и не разбила компьютер при просмотре документального фильма. Она охотилась за птичками и думала, что они настоящие. В нашем инстаграме было несколько сториз об этом ночном происшествии. А на Анином канале вышло очень интересное мистическое видео про ощущение, что за спиной кто-то стоит и наблюдает. Думаю, вам будет интересно узнать что-то новенькое о самих себе. С вами был Эйвен Бро. Хорошего дня. Так, если ребятам понравится, буду делать более полные выпуски и о других новостях в нашем мире. Давай, Ань, где моя коробка с кисками? Ну, давай начнем, Алис. Давай покажем все по-быстренькому, чтобы поскорее показать мою любимую коллекцию. А что у тебя за любимая коллекция такая? А вот увидишь. Ну, хорошо. Давай, с чего тогда начнем? С Hello Kitty, Sky. Ну что ж, девочки, я готов провести собеседование на прием на работу в моей Magic Новости. Можно я первая? Я первая! Нет, Юмичу, первой будет Миша. Она первая хотела вести погоду. Как всегда, все по блату, потому что она твоя жена. Итак, Миша, ты хочешь вести погоду? Да, я буду рассказывать погоду. И что же ты будешь рассказывать? Это, Алиска, твой рюкзачок Hello Kitty, который перешел тебе от тети Софи. С ним ты будешь ходить в школу. Да, я его люблю. Тебе он нравится? Да, нравится. Давай дальше. Еще у тебя есть вот такая вот кружечка. А что это внутри? Это ланчбокс для школы. А, понятно. Кружечка с мордочкой Hello Kitty. Одень крышку, она крутится. Точно, тут у этой кружечки есть такая крышечка, которая кружится. Это не кружка, это ланчбокс в школу. Ладно, хорошо, кис Алис, я поняла. Тут сверху тоже сидит Hello Kitty. Как это мило, да? Да, давай дальше. Алис, куда ты так торопишься? Вот у тебя еще есть значок и резиночка Hello Kitty. От мэджиков. Аня, погладь меня, погладь. Ну сейчас, поглажу. Я же, видишь, показываю твою же коллекцию. Все? Достаточно? Да, давай дальше. Еще из коллекции Hello Kitty у меня есть Hello Kitty, которая катается на серфинге. Да, она прикольная. Ну покажи другую. Хорошо, какую? Такую же большую. Вот эту? Да, она крутая. Да, она красивая. Но та тоже была классная. Но эта мне нравится больше. Ясно. Давай скорее дальше. Куда же ты так торопишься, киса Алиса? Ты же сама хотела показать свою коллекцию мэджикам. А коллекции показывают не спеша. А это Hello Kitty, которую я люблю грызть. Грызть? Ты прям как собака. Я и есть собака. Вообще-то тебя зовут киса Алиса. Потому что ты кошка. Я собака. В общем, это Hello Kitty брелок, да? И на этом, по-моему, твоя коллекция Hello Kitty заканчивается. Там еще у меня есть Hello Kitty. А, вот эта большая пластмассовая игрушечка? Не только, там еще есть. Они куда-то пропали, масянечки. А, масянечки, вот эти вот маленькие. Да, они, показывай скорее. Киса, Лиз, ну что ты такая неаккуратная? Потому что я кота-монстр и собака. Давай, поднимай ее. Подняла. Где? Давай уберем коробку, чтобы можно было их расставить. Давай скорее. Куда ты торопишься, киса Алиса? Я хочу тоже поучаствовать в собеседовании. Но ты же сама просила показать коллекцию. Я хочу коллекцию показать и собеседование. Понятно, ну хорошо, что ты делаешь? Я прибираю со стола, чтобы освободить место для кисок. Ой, ясно. Здесь у меня есть три одинаковых розовыми бантиками. Вижу, а еще есть два с оленьими рожками и один аквалангист. Да. Значит, сколько их всего? Я еще в школу не хожу и читать не научилась. Всего их 6. Ну и что? Киса Алис, ну что ты делаешь? Я прячусь. Вообще-то тебя видно. Ну давай, убирай их и давай дальше уже показывать ребятам. Хорошо, как скажешь, убираю. Какая следующая коллекция? Сейчас кое-что покажем. Но как ты это будешь делать? А, ты про это? Ну, я такая буду стоять и говорить. Сегодня холодно, выпал снег, хотя весна. И, а вот. А
зато там в другом месте тепло, и можно поехать отдыхать. Очень странный прогноз погоды, но ты, надеюсь, сможешь его доработать. Ладно, я тебя принимаю. О, Эван, спасибо большое. Так здорово, что у меня теперь есть работа. А мальчики предлагали Мише вести другую рубрику. Ну пусть начнет с погоды, а потом разовьется и будет что-нибудь еще рассказывать. Следующий. Эйвен, Юмичу вот сказала, что ты принял Мишу по блату, потому что она твоя жена. Ты примешь меня по блату? Я же твоя сестра. Софи, перейдем к собеседованию. Ну, Эйвен. Что? Ты же Мишу принял? Прими меня тоже. Я решила вести рубрику «Мода». Про всякие модные штуки. Это мне мэджики в комментариях предложили. Мода в новостях? Ну, не знаю. Кисалис, это, наверное, самая большая кошка в твоей коллекции. Это не кошка, это белый тигр. Я грызу ему голову, потому что я собака, а собаки против тигров. Собаки не против тигров, Алиса. Тебе точно пора в школу, и тебя там научат всему. Смотри, у тебя еще какая в коллекции есть киска с короной. Да, у нее красивые голубые глаза, но белый тигр мне нравится больше. Мне кажется, она чем-то на тебя похожа. Давай, Ань, скорее, это еще много. Хорошо, хорошо, Кисалис. Но мне кажется, что у тебя там не только кошки, а? Там еще кое-какая коллекция, но об этом потом. Давай скорее ЛПС, доставай их всех. ЛПС? Ой, их у тебя тут очень много. Но, если честно, мне кажется, что это не все ЛПС. Но, наверное, мэджики помогут нам разобраться. Так, седьмая, ой. Алис, мне кажется, это не кошка, это уж точно собака. Наверное, это из коллекции Эйвона. Давай до того, как ЛПС покажем, разберемся вот с этими вот маленькими кисками. Мне кажется, тут даже не только кошки. Во-первых, кто-то тебе прислал леопарда, но по сути это тоже кошка, только большая и дикая. А во-вторых, тебе прислали вот такую вот кошечку красивую. Алис, ты слышишь? Я хочу ЛПС показывать. Ладно, ладно. Ну ты расскажи про всех там. Ну ладно, вот эти вот три маленьких, мне вообще кажется, что это не кошки. А еще есть две вот таких вот. Это точно кошечки, но что это за коллекция, я не знаю. И я не знаю, но они мне нравятся. И вот этот котик, откуда мы тоже не в курсе. А вот эти две маленькие игрушечки вообще, мне кажется, собачки. Вот этот малыш, мне кажется, тоже щенок. Ну ладно, давай перейдем к твоим ЛПС-кискам. Давай. Ну, начинай. Начинай. Алис, не кривляйся. Не кривляйся. Эйвен, ну возьми меня как брат, ну пожалуйста, ну пожалуйста, и Вась, ну. Ну и как ты это будешь делать? Ну, во-первых, я разбираюсь в моде. Я буду рассказывать про моду для собак и кошек, показывать самые модные тренды, может быть, говорить не только об одежде, но и о разных вещах. Ну, не знаю, ты меня пока не убедила. А как же слово «тренды»? Тренды — это типа то, что модно, ну и все. Не хочешь, не бери меня. Ладно, ладно, я тебя принимаю, и ты выпустишь одну рубрику, если понравится, то ладно. Моя очередь, я хочу вести в своих новостях покемона рубрику. Какую еще покемона рубрику, Юмичу? Сейчас я объясню. Может, это и не ЛПС, но вот эти киски, у меня их по две. Мне они очень нравятся, они красивые. Ой. Поняла. Еще есть вот такая коллекция. Здесь 4 серых киски, 1 коричневая. Смотри, тут один котеночек лежачий. Думаешь, они все-таки из одной коллекции? Да, они все бархатные, и у них глаза похожи. Они более пушистые. Тут 3 одинаковых кисоньки. Одна с язычком, а одна пират, как я. А вот этого кто-то сгрыз. Это была Юмичу. А может быть, киса Алиса? Нет, это была Юмичу. Если честно, киса Алис, мне кажется, они все не из одной коллекции. Они, конечно, милые, но глазки все-таки у них у всех разные, и ЛПС тут только одна. То есть, что у меня нет настоящих ЛПС? Я думаю, вот это вот ЛПС, потому что у нее на затылке прямо написано ЛПС, а у остальных нет. Да, значит, она настоящая, да? Да, я думаю, да, но, если честно, я не разбираюсь, Алис. А кто разбирается? Ну, вообще-то, это твоя коллекция, и ты должна в ней разбираться, но у некоторых тоже головки трясутся, а у некоторых крутятся. А кто тебе из них больше всего нравится? Вот этот котенок пухлый. Я его называю. Да, он правда очень милый, у него глазки звездочки. Ну что ж, вот мы и закончили коллекцию. А, Юмичу. И мы будем вести ее с киской Алиской. Мы будем рассказывать про всякие игрушки, прикольные штуки. Ну, в общем, такое самое классное, понимаешь? Юмичу, ну у меня же программа новости. Значит, мы будем рассказывать про новости и про игрушки на Ютубе вместе с киской Алиской. Может быть, лучше вы попросите мэджиков придумать вам рубрику, а? И пусть они напишут. Я хочу вести с киской Алиской. Да, Юмичу, я понял, но, к сожалению, я не хочу в новостях детскую рубрику, понимаешь? Может быть, вы лучше пойдете учиться в школу, вместо того, чтобы вести новости. Всегда нечестно, вот всегда так, все против нас, все нечестно. Так, хватит отводить меня от темы, ты, Юмичу, всегда так делаешь. Ладно, я дам вам с киса Алисой задание. Если вы снимете интересное видео на это задание, то тогда я вас возьму в новости. Хорошо, пап, хорошо, давай, давай задание, скорей. Вы должны будете снять сюжет вдвоем, и если вам понравится Мэджиком и мне, мы возьмем вас в новости. Эйвен, ты бываешь таким занудой, ну просто пипец. Ох, Алиска, ты все время, пока я прибиралась, пряталась там под столом. Я специально пряталась, чтобы не перебираться. Ты же уже прибралась, да? Ну да, я прибралась. Спасибо большое, я пошла.
Я поняла, все, наверное, пошли смотреть ролики на других каналах. Давай с нами, ссылки внизу. Обязательно поддержи нас и Аню в борьбе против убийства бездомных животных. Посмотри тот ролик и поделись им. Короче, увидимся скоро.